Делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию... В смысле? Ты меня не узнал? Это я! А вот сейчас узнаешь? Вот сейчас... Опять не узнал? Подожди... А вот сейчас... В смысле не узнал? Подожди... Чё-то горло заболело. Ты-то, может, меня не узнал, но зато узнал, что это за серия, и узнал, что мы будем собираться сегодня делать. Да-да-да-да-да-да-да. Это третья часть карты «Угадай ютубера по голосу». Наша старая добрая знакомая создательница карты, которой я должен... букет ромашек. Только проблема в том, что в этой карте у нее есть соавтор. Конор какой-то. Что я Конору буду должен... Может, ну, сойдет? Надеюсь. Не тянем кота за причиндалы, а сразу же читаем информацию, которую написали про эту карту. В игре 30 раундов, как обычно. С 1 по 10 уровень 3 варианта ответа. С 11 по 20 уровень 4 варианта ответа и только один правильный. А с 21 по 30 уровень 5 вариантов ответа и только один будет правильный. На 11 и 21 уровне чекпоинт. Перед тем, как нажать на эту кнопочку старт, я попрошу тебя даже не поставить лайк. Не, лайк ты поставишь, если захочешь. Напиши в комментах, хочешь ты видеть больше подобных карт, и хочешь ли ты, чтобы я в следующий раз записал «Угадай ютубера по лицу» вторую часть, или еще что-то в этом роде. А я обязательно прочитаю твой коммент. Ну и, конечно, также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать мои новые ролики. И на колокольце тоже обязательно нужно нажать. У нас здесь есть Демастер, Дед, Тирасер и Аид Криптомайнер. Я даю вам шанс, бомжи, давайте. Ну подожди. Ну это уже как бы третья серия. Это уже третья карта, но не может быть все так просто. Давайте мне что-то вот прям очень необычное, как было на первой карте, когда Агера сказал что-то голосом бабы. Я подумал то, что это баба, но это оказался Агера. Прыгаю за килами, просто гонимся за килами, так сказать. Кого? Прыгаю за килами, просто гонимся за килами. Почему-то я не знаю. Мне кажется, это все же Агера. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это Агера просто немножко повзрослел. Да! Ну хорошо, уже не голос бабы, уже голос мужицкой бабы такой, знаете, я не знаю, что я сказал. Леголас, канал Рава и Ял. Минута осталась, блин. Хочется мозгов поесть, там все дела. Ну, мне кажется, мозгов хочется поесть здесь только Ялу. Ялыч, здорово! Опа, здесь у нас опять Аид, опять я. Меньше, чем три. И Мистик. Только не я, пожалуйста. Я первый раз надеюсь, что буду не я, потому что я опять должен буду подарить один букет цветов. Я новичок, нельзя трогать новичков. Ну это точно не я. Угу, хорошо, допер. Это точно не Мистик, это Аид. Ну, изи. Пятый раунд из 30. Микс Гейминг, Фьюшка и Медвежонок. Я на самом деле не знаю никого и не знаю, как кто из них звучит. Ну слушайте, а как эту черепаху-то возможно будет извлечь? Я просто не могу. Там или черепаха, или меч, ну непонятно. Почему-то мне кажется, какой-то медвежонок, потому что, ну ладно. Ошибка. А кто это был? Это точно не Фьюшка, это походу вот этот микс был. И сейчас все заново. Микс. Да в смысле, это Фьюшка был? Да какой Фьюшка? Так Фьюшку я уже 100 раз угадывал. У Фьюшки вообще другой голос. Это Фьюшка реально был? Ладно, здесь меня подловили. Я Реклапа, Неркин и Анфайни. В принципе, я знаю всех, и кто как звучит. Самое главное, это что тишина. Тишина! Так, тихо! Я Реклапа с его Санта-Барбарой. Это я Реклапа, естественно. Дальше. Я не знаю, почему мне так смешно. Здесь у нас Демастер, Тирасер и Тиранит. Ну, конечно же, это Тирасер. Подождите, я угадал, кто там был, даже без прослушивания голоса. Мне кажется, эту серию уже можно назвать не угадай ютубера по голосу, уже угадай ютубера по интуиции. В принципе, я пока что хорошо справляюсь. Ладно, здесь у нас Ророшка, здесь у нас Лаки Ферст и здесь у нас Рейди. Привет! Здорово, ромашка!
Естественно, это Рома. Дальше у нас Зога, Домер и Лагер. Врет, сам врешь, я тебя закопаю. Врет, сам врешь, я тебя закопаю. Я не знаю, это... Домер? Мне нужно два уровня. Два уровня до того, как будет чекпоинт. Это Зога? Это Зога был! Да ладно! Аид у нас уже третий раз, Мистер Хелд и Чипатун. Но они ж бродяги. С них деньги брать, это совсем не круто. Хотя... Здесь Хелд вообще как бы... Это же второй этап! Это второй этап, где 4 выбора. Вот это я уже понимаю, вот это уже реально будет сложно. Это утка, Флэджакей, Фрост и канал кота. Нам нужно найти очень звездатый город, где очень звездатые люди и мы. Па-па-пау! Логично, ага, это утка. Здесь ничего сложного. Так, дальше. Пони, пингвин, Фрид и Пахалин. Я не знаю никого, я не знаю, как они даже звучат. Так, этот парень, по-моему, с капюшоном. Ну, вроде как. Так что я его убираю. Ну почему-то мне кажется, что это Фрид. Ёханый бабай, пожалуйста, только чтобы это был Фрид. Это был Фрид! Чипатун, каналы кота, Эдисон, пожалуйста, лишь бы чтоб не я, потому что если мой голос здесь прозвучит, я опять буду должен букет ромашек. Я и Пахалин. Да я сосед твой, напротив, который живу. Ты просто это, качельки, говорю, впалый, я... А так, хорошо, что это хотя бы не я, это кот. Я реально, я не знал, что это он, но я угадал. Дальше, медвежонок, пингвин, Лололошка и Ивангай. Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, доброе утро, добро пожаловать в наше утро. И... Ну, значит, это пингвин. Это Рома был? Это Рома был? Рома, это ты? Это Ивангай. Это... Подождите, это реально... Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, доброе утро, добро пожаловать в наше утро. И... Это Иван... Хорошо, я даже предполагать не мог. Это опять Алекс Супер, канал Рава, Мистик и Мел. Тотальный апокалипсис сегодня на ваших экранах. В прямом и переносном смысле. Я не... Это Рав? Ладно, пошло что-то сложное. Тотальный апокалипсис сегодня на ваших экранах. В прямом и переносном смысле. А, это Алекс! Это Алекс был, да чё ж я с первого раза-то не допёр? Хорошо, дальше у нас Крейг, Безобразие, Лаки Фёрст и Лагер. Я тут со свинками сижу, пью чай, что тебе не нравится? Вот это я уже могу подтвердить, то что это реально какая-то сложная карта, потому что я не знаю, кто это даже. Лагер. Вот здесь угадал. Пожалуйста, лишь бы, чтобы не я был. Так, ну здесь я всех знаю. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вы сюда. Лазуритный гном, это лазуритный гном, естественно. Все, здесь ничего сложного. Так, опять я. Пожалуйста, лишь бы не я, пожалуйста. Страшно! Этих букетах ромашек. Эдисон, это Эдисон был. Анфайни, Пони, Мистик и Петро. Петро! Окей, мы должны были бежать. Это Мистик. Здесь ничего сложного. Так, Мел, Домер... Я на самом деле не буду его... Евгеха, спидран. У всех людей есть кровь. Если кровь есть, значит ты живой. А если кровь на полу, то, наверное, это не живой. Это, наверное, теневой жрец, только из какого-то там 2017 года, как мне кажется, потому что голос... Ну я попробую. Да! Угадал. Дальше. Пингвин, медвежонок, Лололошка, Артур и Микс. И сразу фишка этого мини-режима в том, что на каждом островке имеется свой сундук. Да я в душе не чаю, кто это может быть. Пингвин? Микс? Артур. С третьего раза. Чем дальше, тем сложнее. Так.
боже, здесь куча людей. Я уже двоих нашел. Да это Раф. Это так. Херач маньяка. А вообще кто-нибудь остался из живых? Диана. Житель один остался, блин. Ядрить, поколотить. Это не Диана, это... Херач маньяка. А вообще кто-нибудь остался из живых? Мирный житель один остался, блин. Херач маньяка. Вообще кто-нибудь остался из живых? Мирный житель один остался, блин. Это здесь какой-то опять подвох, мне кажется. Это какой-то подвох, подожди. Херач маньяка. Вообще кто-нибудь остался из живых? Мирный житель один остался, блин. Это или 100% девушка, или опять 100% Агера. Я рискну, я нажму на Агеру, потому что я второй раз так профейлиться не могу. Ху, это не Агера был. Хотя бы это радует, то что в этот раз не Агера. Так, мне кажется... Мирный житель маньяка. Вообще кто-нибудь остался из живых? Мирный житель один остался, блин. Это Алена Моня? Это Алена Моня была! Ху, 25-й раунд. Сколько можно это терпеть уже, пацаны? Ну, это Мел, да, это Мел. Беги, Саня! Саня, беги! Саня, беги, это Фрост! Саня, беги! Ну, я надеюсь, что не я здесь буду, потому что как бы я уже был, один букет цветочков я уже подарил, ага. Ты готов отправиться со мной в самые удивительные уголки нашей планеты? Я буду твоим доктором кто? Которому запретили вылет Земли. Вместе мы посетим все самые загадочные места нашей обители. Да я соберу этот? Всем привет, дорогие друзья и подписчики наших каналов! Слушай, обезьяна крикучая, ты что, кто, что же это, кто? Всем привет, дорогие друзья и подписчики наших каналов! Это кто из зоопарка убежал? Да кто? Этот? Да ядрит ты колотить четвертый раз на один уровень, не могу его пройти. Всем привет, дорогие друзья и подписчики наших каналов. Подожди, это приветствие Демастера, потому что я только сейчас допер, что именно он так в начале ролика горит. Но походу ему просто голос изменили, я попробую. Нет, это не Демастер. У нас остался этот, Клаундер. Пятого раза угадал, кто это был. А этого чувака по-прежнему так же здесь сильно... Здесь пози, здесь ничего... Так, здесь опять я, пожалуйста. Лишь бы это был не я. Но здесь, мне кажется, будет намного сложнее, чем я думаю. А Вилладжер Чикен. Остановите планету, я сойду с ним. Я заржал только из-за того, как он заржал. А Вилладжер Чикен. Это Леголас? Это Леголас! Не подписался! Лошком остался! Не поставил лайк! Расстрелять. Ну, просто расстрелять. Не поставил лайк, расстрелять. Ну, так создатели карты написали. Наша замечательная ромашковая принцесса Марина, создательница карты, и в этой серии также Конор, который ей помогал. На этом мы закончим. Ты знаешь, что делать. Если ты хочешь видеть еще одну новую серию с голосами, с лицом, угадай ютубера по фразе, угадай ютубера по скину, угадай ютубера по рубрике, на самом деле есть очень и очень и очень много еще крутых идей, которые можно реализовать именно вот так в Майнкрафт. Напиши в комментах, что ты хочешь видеть. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо создателям, то что вставили меня в эту карту. Я еще раз всем скажу огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.